привет, друзья! Программа «Стиль жизни» вместе с вами в странах Балтии. Я Марк Анатолий Эйн. Вместе с нашими телезрителями, как всегда, мы пытаемся угнаться за миром модной индустрии. Посещаем только самые интересные стильные мероприятия, как и сейчас Tallinn Fashion Week продолжение. Сегодня мы увидим показы известных европейских дизайнеров, получим ценные модные советы и, как всегда, пообщаемся только с самыми интересными звездными и гламурными гостями. Будем петь и танцевать. Наслаждаемся этим модным праздником жизни прямо сейчас. Прекрасная, всегда загадочная Алина Келлер здесь на Tallinn Fashion Week. Привет, дорогая. Привет, Марк Анатолий. Сегодня второй день. Кого уже увидели или кого ты сегодня особенно ждешь в финале Таллинской недели моды? Я не знаю всех ваших дизайнеров, я признаюсь честно, но вот Nada X-Lux знаю давно. Их дизайн очень так запоминается в голове, в глазах. Поэтому, да, я ждала их сегодняшний показ. Мне очень понравились их прозрачные ткани. Как мы знаем, прозрачные ткани – это тренд сезона. Так что я думаю, что в Таллине будет пользоваться популярностью их платья прозрачные. И вот мужские костюмы, по всей видимости. Потому что мужскую коллекцию очень редко кто показывает. Но я все время желаю оставаться собой, да. Но в этот раз я, наверное, вам пожелаю носить банты, покупать леопард и носить прозрачные ткани со стрингами. И следить только за нами, ведь мы и есть главный ваш тренд и модный путеводитель. Пока. Общение с гостями продолжается. Только стильные, модные меня окружают, как всегда, на Таллинской неделе моды. Привет, здравствуй. Здравствуй, Толик. Ну что, как настроение? Откуда такой прекрасный, сенсуальный, полупрозрачный наряд? Это платье. Это, можно сказать, дочернее предприятие коллекции, которое сегодня уже было на подиуме. Сегодня на подиуме была Сандра Лукс, очень молодой дизайнер, который сейчас учится только на магистратуре Кунст-академии, но уже очень талантливый и думает о том, как вообще сохранить наш мир, как сохранить природу. И поэтому это платье сделано из остатков ткани, джинсовых вещей, которые были на подиуме. Замечательный наряд. У меня вообще такое чувство, как будто ты вынырнула с этого модного водного подиума, и ты настоящая модная русалка. Твои модные пожелания в Эстонию, в Латвию, как всегда, ведь это уже настоящий для нас бестселлер. Я желаю каждому человеку, которому хоть как-то интересна мода, прежде всего вдохновляться окружающими людьми, потому что, уж поверьте, вокруг нас такое количество людей с хорошим вкусом, кто бы что ни говорил, у каждого можно есть чему поучиться. Учимся, записываем и запоминаем. Ведь самое главное, не бояться экспериментировать. Впереди нас ждет уже летний сезон здесь на Tallinn Fashion Week. Tallinn Fashion Week продолжение. Дизайнеры показывают все новые коллекции. Ну а мы общаемся с главными организаторами. Вновь наша сенсуальная Месси. Чао! Чао! Ну что, как сегодня настроение? Уже второй день. Сюка тунне, nagu oleks nädal aega Fashion Week olnud juba, aga nii lahe on ja nii ilus ja nii teistsugune ja põnev, et see ärevus, elevus, kõik on hoopis teismoodi sel korral. Nii et väga tore on. Päev nüüd saab alguse Joo Nurme kollektsiooniga, kes on alati sõga ajast eest disainer olnud. Antonio tuli välja näiteks uue projektiga Nada ja ta kaasas endaga Sandra Luxi, nii et kaks geniaalset disainerit said kokku. Siret Design, kes on ka tõesti tikkimise kunstnik ja talle ka veel Kristina Viirpalu, kes on ka sõge haute couture moelooja ka ja sõge natuke kinky ja seksi, aga ikkagi väga nagu tipp
tippteaduseni ära lihvitult võrratu kollektsioon kindlasti. Ja lõpuks siis Amanieda Katrin Kuldma, nii et see on ka kindlasti super, et Katrin Kuldma ka alati lihvib kõik nii täiusine ja teeb väga ilusaid kollektsioone. Огромное количество моделей, дизайнеров, ну и, конечно, пожеланий никогда не бывает много. Eesti дизайн on moes. Oske kvaliteeti, oske rariteeti, oske unikaalsust, sest Eesti dizain just seda pakub. Nad pakuvad kõike, nad pakuvad minimalismi, nad pakuvad seksikust, nad pakuvad rannarõivad. Sa leiad ükskõik mida. Kvaliteetselt, ilusalt Eesti dizain. Super! Oh, see on kuldsa sõna, золотые слова. Предпочитайте эстонский дизайн здесь на Tallinn Fashion Week! Tallinn Fashion Week продолжается, сверкаем и сияем, и, конечно, только блистаем вместе с брендом Siret Design. Поговорим с дизайнером. Тера Ихтус, привет! Здравствуйте! Ну что, совсем скоро начнется очередной показ. Что мы увидим на этом празднике жизни? Какая она твоя новая коллекция? Это называется Golden Hour, и это значит, это вечерние часов, как-то... Рабочий день кончится в офисе, и ladies, они уходят, и они собираются пойти на праздники. Как оставаться стильным и сенсуальным? Какой секрет? Просто любить себя, я думаю, это самая важная вещь. Люби себе. Ну, конечно, любим себя и окружающих, и еще услышим сейчас твои модные пожелания в Эстонию и в Латвию. Я масовин кайкителя фантастили суве, наутиге. Будьте с нами на Tallinn Fashion Week, Тамимузи. Fashion Week 2024, финальный день, прекрасный, водный, модный подиум и, конечно, только модное окружение. Диана Денисова рядом со мной, привет, здравствуй. Привет. Я знаю, что ты присутствуешь на всех днях Tallinn Fashion Week. Вот какая сегодня здесь атмосфера? Сегодня новый подиум, который слегка качается, чувствуешь себя, с одной стороны, немножко неуверенно, с другой стороны, приходится держать спинку, осанку, и это все фэшн. Ну, мы с тобой всегда, на самом деле, чувствуем себя уверенно и даем ценные модные советы. Вот какие главные топ-3 тренда на предстоящий уже теплый сезон, на твой взгляд, что точно включить в свой гардероб? Абсолютно точно. Включите, пожалуйста, прозрачность, включите, пожалуйста, красный цвет и бантики. Кто уже запомнился, кто понравился и кого ты еще ждешь? Марк, ты был вчера неподражаем. Я получила искреннее удовольствие и даже не только удовольствие, даже, может быть, какое-то посвящение. Это было здорово. А сегодня я очень жду Кристину Вирполу. Это мой любимый дизайнер. Она давно уже не выставлялась на таллинских неделях моды. Мне нравится ее женственность, мне нравится ее такой красивый подход к моде. Я очень жду эту коллекцию. Итак, твои модные напутствия и пожелания, как всегда, в Эстонию и в Латвию. Я, как всегда, могу сказать, что будьте в тренде, будьте модными. Не бойтесь, не бойтесь. В конце концов, жизнь одна. И чем круче мы выглядим каждый день, тем лучше наша жизнь. И будьте в тренде вместе с Lifestyle Baltic на TV3+. Fashion Week продолжается, как говорится, цветем и пахнем. Последний финальный день. Но рядом со мной, конечно, королевы торжества. И не только вчерашнего, но и сегодняшнего. Прекрасный дизайнер Анастасия Балок, организатор светских мероприятий. Елена Малиш, привет, здравствуйте, привет, привет, девушки. Привет, привет. Ну что, в первую очередь, конечно, хочется поздравить тебя с великолепным показом. Какие эмоции на этом празднике жизни? Я была просто воодушевлена и счастлива, что мой подарок
показ прошел в самом большом бассейне города Таллина. А как все-таки я счастлив, что себя почувствовал не только телеведущим, но и настоящей звездой на этом европейском подиуме. Кого вы особенно ждете и какие тенденции, каких дизайнеров хотели бы увидеть? Я очень жду Кристину Вирпалу. Я Маньеду жду, потому что она элегантна. Можно сказать, что также есть такой свободный стиль, да, то есть можно сочетать и классику, и повседневность. Она мне нравится. Вот эта элегантность в повседневности, это красиво. Как все-таки здорово, что мы с вами можем выглядеть элегантно на любом празднике жизни. Ну а для того, чтобы все наши предлетние мечты сбылись, как всегда, настоящие бестселлеры – это ваше напутствие. Итак, всегда будьте в курсе событий. Я вам хочу пожелать не только быть элегантным снаружи, но и внутри, потому что ваши манеры, ваша красота должна исходить не только снаружи, но и внутри. Но не забываем, что всегда встречают по одежке, а провожают по уму. Так что будьте красивы, элегантны и индивидуальны. Больше модных тенденций, тем лучше. Это далеко не все, что мы хотели показать нашим любимым телезрителям. Прервемся на небольшую, но как всегда, стильную паузу. После этого Tallinn Fashion Week продолжится. Оставайтесь с нами и не переключайте ТВ3+. Жизни продолжается. Ну и, конечно, только звездные модные эксперты меня окружают. Как всегда, здесь на Tallinn Fashion Week красавица Кристина Керодес. Чао! Теми Муси. Какая она Tallinn Fashion Week здесь, пап? Мне это общество безумно нравится, потому что это все абсолютно по-другому. Такого ни в жизни никогда не видели раньше. Ох, жаркие модные тенденции. Настолько жарко, что хочется нырнуть в эту модную воду. Я попробовала. Вчера плавала столько угодно, но это секретно тоже. Ох, ну все секреты мы с тобой не раскроем, только некоторые. Кто тебе сегодня уже запомнился, понравился? Кого ты ждешь? Мне очень понравилась коллекция Кристины Вирпалу. Это было просто чудо. Абсолютно перфектно все сделано, качественно и очень сексуально, по-моему, тоже. Сейчас услышим мой совет. Куга истили и олятили? Но мини-юбку, как Вирпалу показала. По-моему, это лучше все. Ну и, конечно, красивое, сногсшибательное платье. А главное, помимо мини-юбки, чтобы вас всегда окружали такие стильные и модные люди, как здесь и сейчас. Мы с тобой на Tallinn Fashion Week! Tallinn Fashion Week финал. Продолжаем общаться с гостями. Только прекрасные и звездные рядом со мной. Чао, привет! Hey. Ох, ты так шикарно выглядишь. Откуда такой наряд и аксессуары? Куле, sellele ma vastan alati ühtemoodi. Üks Tallinn Fashion Week saab läbi ja siis ma hakkan järgmise peale mõtlema. Ma kevitasin näiteks, eile ma olin üleni tülli koosas, mis oli Aldo Järgsoo poolt loodud. Ja ma kevitasin talle seda juba peaaegu
kuid tagasi. Täna ma mõtlesin, et ma tahan näidata võimukat naist ka endas. Et ma olen nagu powerful woman, eks ole? Ты действительно, у тебя столько энергии, и сегодня мы увидели энергию на сегодняшнем показе. Как тебе последний блок показов? No, ma tegin juba oma Instagrami story ära ja mainisin, et вот see oli epiline ja see oli see, mis me tahtsime Tallinn Fashion Weekilt saada. Kristina Virbalu, oh, siret, see oli teisest dimensioonist, ma ei suutnud uskuda. See oli väga äge, nii et jaa. Хочется узнать твои пожелания в студии Латвии. Minu soovitus jääb alati samaks. Ma olen seda öelnud läbi aastate. Ole julge. Kui sa arvad, et sa ei julge, siis tee natuke rohkem. Pane 10% ekstra ja see töötab. Чем больше, тем лучше. Будьте вместе с нами на ТВ3+. Сейчас настоящий эксклюзив, ведь мы находимся не просто за кулисами, а прямо в номере, где все самое интересное происходит вместе с Кристиной Вирпалу, которая рядом со мной. Чао! Чао! Расскажи мне, а какая она Tallinn Fashion Week? Как тебе нравится новый подиум? See on super. Et selle saigi alguse üldse nagu idee, et ma teen kollektsiooni nui neljaks. See on lihtsalt nagu see koht ja see kõik inspireeris, ütleme niimoodi. See oli täpselt see, mida oligi vaja. Vee peal naised kõndima, nagu jumalad. Ох, это действительно так. Такое ощущение, что мы нырнули в этот модный подиум и вынырнули. Расскажи, о чем коллекция? Как долго подготовка? Aasta kindlasti. Ja siis lõpuosa, spurdi osa, kui me otsustasime, jaa, me lähme. No siis oli niimoodi, et vaja oli teha, siis tegime järjest. Ei olnudki varianti. Sõnaga, seda võib kanda, no kui me räägime kleitides, siis loomulikult kleitid paneb lihtsalt kleidina selga ja kõik. Aga kui me räägime näiteks nendest podidest või me räägime nagu kaheosalistest nii-öelda rõivastusest, et siis neid saab ju miksida kokku pükstega, teksadega, sellikult, mida iganes, nagu, et miksida, et ei oleks võib-olla liiga glamuurne, aga just niimoodi natuke siit, natukene sealt ja üks asi on hot couture oma, kõik üle on võib-olla lihtsam. Mina loon trende, aga mitte selles tavapärases mõttes, et ma püüan olla nagu ajast ees ja teha naisi ilusaks, sest et praegu on nii palju on nagu seda, ma ei ütle inetud moodi, aga seda maskuliinsud naistel ja seda uniseksi ja seda kõike, et mina tahaks, et naised oleks päriselt, nagu mina näen, et naised peavad olema päriselt naised ja see, kui on targad, ilusad, intelligentsed naised, see on kõige üldse kõige kõvem sõna. И твои модные пожелания в Эстонию и в Латвию? Tundke ennast hästi, kandke neid riideid, mis teevad teid ilusamaks ja püüdke eristuda, ärge püüdke samastuda, ärge olge lihtsalt nii-öelda trendide kütkes, vaid pigem nagu olge ise ja ilusad. Ох, это золотые слова. Будьте с нами на ТВ3+. Подводить наши модные итоги здесь, на Таллинской неделе моды. Новый модный сезон. Рядом со мной вновь Андрей Данила. Привет, здравствуй. Привет. Какие итоги сегодня можно подвести? Кто не просто запомнился, а какие главные тренды ты бы отметил? Сегодняшний день прям побаловал нас мужской модой, потому что мы не часто видим это на Таллинской неделе моды, поэтому приятно всегда видеть, что кто-то думает о мужчинах в этом плане тоже. И поэтому были прекрасные костюмы от Nada Lux, и Amandjieda тоже в конце показала отличные мужские варианты. Так что вот это мне очень понравилось. Мужские комплекты, это, конечно, хорошо, но настоящий кутюр от Кристины Вирпалу. Как тебя впечатлило? Это, конечно, было очень красиво, очень тонкая работа, сразу видно. Ну и, конечно, нам точно запомнится главный посыл Tallinn Fashion Week. О чем эта неделя моды? Эта неделя моды немножко другая, потому что она проходит в бассейне. Мне кажется, вот она показывает, что нужно не бояться тоже экспериментировать, пробовать что-то новое и открывать для себя какие-то новые горизонты. Ох, золотые.
Златыслава открываем новые модные горизонты. Здесь и сейчас, на этом морском подиуме на Tallinn Fashion Week. Tallinn Fashion Week. Подводим наши модные итоги. Новый сезон. Итак, рядом со мной прекрасный редактор журнала Lifestyle Baltic. Александр, привет, здравствуй. Добрый вечер. Друзья, вот завершилась наша таллинская неделя моды. И из сегодняшних показов я прям очень запомнила Катрин Кулдма, потому что потрясающие комплекты, потрясающие варианты, которые вполне можно использовать в реальной жизни, но при этом очень-очень в тренде. Так что я впечатлена. Ну, а я бы хотел также отметить настоящий ход кутюр от Кристины Вирпалу. А где можно найти и кутюр, и модные тенденции, и также музыку? Ну, на самом деле, если хотите подзарядиться немножечко вдохновением и понять, что делать, какие новые идеи и тренды, читайте в первую очередь наш журнал, а во-вторых, конечно, смотрите передачу «Стиль жизни». Там найдете самые модные советы. Это золотые слова. А еще хочется узнать, о чем она, Tallinn Fashion Week. Главный посыл. Главный посыл, наверное, не бояться выражать себя всеми мыслимыми способами. Жизнь одна, так что стараемся вдохновлять себя и окружающих. Жизнь одна, а модных тенденций огромное количество, в которых мы точно с вами разбираемся здесь и сейчас на Tallinn Fashion Week. И на сегодня это все, что мы успели показать нашим любимым телезрителям в странах Балтии. Tallinn Fashion Week. Новый модный сезон подошел к концу. Я надеюсь, что вы запомнили и записали наши ценные и сильные советы. Подписываемся на Instagram и канал в YouTube. Еще больше новостей вы найдете в новом номере журнала Lifestyle Baltic. Ну а мы с вами встретимся ровно через неделю, как всегда, на TV3+, в программе «Стиль жизни». Пока!